Каже, тому що дуже велика радіація в нашому районі, тому таке здоров'я дуже погане. Два чоловіка, посчитав, що ми їх зробили, то впали з трьох. Трубу второй очереди. Справа блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи! Выше! Вы, во-во-во! Держи это место! Держи! Держи! Где дым идет? Где дым? Вот так держи! Так держи! Вы видите редчайшие кадры. Это пятна раскаленной графитовой кладки. Их высокая температура способствовала сильному восходящему потоку, а с ними из шахты реактора выносились радиоактивные частицы. Шестого апреля в начале второго часа ночи на четвертом блоке произошел взрыв. Следом другой. Вспыхнул пожар. Огонь угрожал соседнему третьему реактору и машинному залу. 28 пожарных поистине героическими действиями смогли погасить пламя к 5 часам утра. И в Москву после первых тревожных сообщений стала поступать успокаивающая информация. Тем не менее, спустя несколько часов в Чернобыль вылетела правительственная комиссия во главе с заместителем председателя Совета министров СССР Борисом Евдокимовичем Щербиной. В ее состав вошли крупнейшие ученые и специалисты всех ведомств, связанных с атомной энергетикой. Вечером того же дня было принято решение об эвакуации жителей поселка энергетиков Припять. Решение было принято по настоянию физиков, несмотря на то, что уровень радиации в тот час еще держался в пределах нормы. Ветер относил радиоактивные осадки в сторону. В тот же субботний вечер, 26 апреля, было принято решение и о том, как до минимума сократить выбросы продуктов деления из реактора. И следом, за часом пожарных, пришел час вертолетчиков. Один за другим уносили они отсюда вот такие мешки с бором, доломитом, свинцом, песком, глиной. Сбрасывали все это, зависнув над чадящим жерлом реактора. По 22 вылета и 30 тонн груза в день на каждого.
требовалось высочайшее мастерство. Не только для того, чтобы груз точно достигал цели горящего графита. Каждая лишняя минута в зоне прямого радиоактивного прострела грозила здоровью. Благодаря этим действиям уже 2 мая авария была локализована. 6 мая реактор практически прекратил выброс продуктов деления в атмосферу. Но оставалась другая опасность. Из-за радиоактивного распада осколков продолжалось выделение тепла. Оставалась реальная угроза расплава активной зоны и ее движения в Землю. Сценарий спасательной операции строился на основе самых худших предположений, в расчете на самое тяжелое развитие событий. Началось сооружение 136-метрового тоннеля к основанию 4-го блока и монтажа под тлеющей зоной огромной холодильной системы. Способ проходки диктовало время. Никаких разворачиваний комбайнов, только так, вручную, часто сменяя друг друга. Здесь 18 рентген. Значит так, на этой отметке можно работать 12 минут, да? Прежде чем стали известны и понятны эти цифры, рентгены, минуты, везде должны были пройти физики. Вообще на их долю досталось, пожалуй, самое ответственное и опасное дело. Это они искали наименее опасные пути к реактору и устанавливали, сколько там осталось топлива, рассчитывали варианты его поведения, проектировали всю необходимую защиту, чтобы не допустить каких-нибудь новых осложнений. Это физики начинили разрушенный реактор системами датчиков, которые постоянно сообщали об активности, температуре, скоростях воздушных потоков там внутри. И это они же, физики, в кратчайший срок создали здесь комплекс специальных приборов с выходом на телеэкран, записью на видеоленту. С их помощью удалось уточнить карту новых пораженных участков, обследовать вот так каждый клочок леса и пашни, наконец, реабилитировать несколько деревень, вернуть на место жителей. Вместе с военными дозиметристами физики обследовали всю территорию АЭС, отыскали выброшенные взрывами радиоактивные куски графита и металла. Надо сказать, что дозиметр, датчик, который был у нас расположен вне кабины, показал существенные другие цифры по сравнению с теми, которые были сделаны до этого. Такая разведка позволила существенно сузить и вести целенаправленно работу по очистке территории по дезактивации. В ход пошли вот эти специализированные машины с бронированными, обшитыми свинцом кабинами. В наиболее опасных участках заставили работать радиоуправляемую технику –